Добро пожаловать в домашний Бон Аппетит! Сегодня будем готовить куриные ножки в мешочках. Для начала моем ноги. Не свои, куриные. Щедро сыпем приправы из разных пакетиков. Ножки посолили, поперчили, добавили специи. Ставим в духовку. В наших мешочках будут разные начинки. И для начала пожарим грибы. Нарезаем как получится. И на сковородку. Ой, какая красота! Я тоже размешаю. Вот, теперь получится гораздо вкуснее. А вот резать лук советую доверить лучшей подруге. Не плачь, девчонка, пройду дожди. Заглянем в духовку, как они там, лапки? Все как надо. Донна Роза Бальвадорес. А теперь принимаемся за другую начинку. Это будут яблоки с айвой. Нарезаем яблоки дольками и в кастрюлю. Ну хватит уже. Туда же кладем айву, очищенную. Это опасное занятие какое-то. Кастрюлю на огонь. Добавляем кумин, сахар и, внимание, опасность. Вино. Не пей, козленочком станешь. Дайте мне что-нибудь. Немножко тушим, пробуем. И вскоре все готово. Теперь переходим к тесту. Чтобы долго не возиться, покупаем его, конечно, в магазине. Такой упаковки хватит ровно на 8 порций. Красота! На кусочек теста выкладываем подушку из грибов, ставим сверху куриную ножку и формируем мешочек. Завязываем. А сюда добавим сыр. Завязывать мешочки очень просто. Смотрите, это можно делать даже одной рукой. Для гурманов сладкая начинка из яблок и айвы. А еще побалуем наших едоков начинкой из помидор, сыра и майонеза. Кстати, советуем работать с охлажденным тестом. Оно держит форму гораздо лучше. Готовые мешочки накрываем фольгой, чтобы наши ножки не обуглились в печи. Конечно же, ритуальный танец. Луч добра! И в духовку. Так как все ингредиенты для этого блюда предварительно пожарены или протушены, то нужно немного подождать, пока приготовится тесто. На эту красоту можно любоваться бесконечно, но советуем есть сразу. Та-та-та-та, красота, красота, та-та-та-та-та.